Привет, народ, привет, Ютуб, Глафира Абрамовна. Прогрессизм, вещи. И все, что связано с потреблением. В конце 18 века, в начале 19-го, философ немецкой школы Иммануил Кант придумал определение новое для познания мира «вещь в себе». Трактуют ее по-разному. На мой взгляд, это отражение тех устремлений человечества, наступающего сначала индустриального мира, познания себя. И вот когда мы переходим на абсолютно новую для нас постиндустриальную эпоху и связанный с ним информационный век, то скорее мы уже не вещь в себе, мы не стремимся познать себя, познать мир как таковой, а для нас это вещь на тебе, не вещь в себе. Когда-то в советское время вещизм очень сильно критиковали и ругали. Но придя в 21 век, придя в новые реалии информационного общества, когда основным источником информации являются не книги, не справочники, не литература, а интернет и магазины. Об этом еще в 60-е годы прошлого века писали французские футурологи. Есть такое направление социологии и философии, описывая будущее. О том, что мы будем заполнены вещами, что нас ждет взрыв вещей. И люди ждут не смыслов, а именно зрелищ и вещей. Мы оцениваем человека по тому, какие бренды он носит, его покупательскую способность, что именно человек купил, как купил. Даже не волнует, на какие деньги. И вот этот вот уход символа значения знаний, он, конечно же, печален. Но это не все. Это отсталые слои населения. О вещизме и вещах, вещизме в позитивном смысле, вы можете почитать у великолепного социолога, философа Жана Бодриарда. Он посвятил целый трактат вещам, что такое вещи, как она нас окружает. Ссылочку на электронную публикацию оставлю в описании. Почитайте. Думающие люди, почитайте. Я же пока в Ютубе, как и многие из нас, наблюдаем, что над знаниями, над опытом, над экспериментом, над собой теперь превалирует вещь. Вот возьмите трех прекрасных Елен, что моя землячка Ильичева, для которой основной смысл жизни – подзаменить потолок, подзаменить поварешки, подзаменить, это она так называет, лучше говорить заменить, баночки для специй, хотя уже были. Это типичное вот это общество потребления. Когда мы потребляем. Такая же ситуация наблюдается еще у одной Елены, Елены Турановой. Неважно, что у тебя уже есть 40 палеток теней, ты купишь еще 2-3, чтобы было. Оправдывай это тем, что нужно по работе. Или выкинуть старую кофемашину Тассимо. Вместо того, чтобы купить одноразовую капсулу и отдельный капучинатор,
покупается новая кофемашина Nespresso. Абсолютно не вижу смысла в такой покупке, кроме как оправдание себя обществу потребления. Да, Тассимо дорогие капсулы, согласна. Но можно купить многоразовую капсулу с алюминиевым покрытием, не обязательно из пластика, из алюминия, и прекрасно пользоваться. Но нет, мы бежим в магазин и срочно покупаем новую кофемашину. Я уже молчу про 35 одинаковых костюмчиков, 40 одинаковых туфелек и так далее. Но самый яркий представитель постиндустриального общества информационной эпохи — это у нас, конечно же, Елена Юрьевна Кабикова, Лена Хэппи. 55-й одинаковая кофточка. Но для поездки она очень нужна. При этом надо обязательно сказать, что у меня молодой муж нас убедить в том, что это жизненно необходимо. Да елки-палки, открой шкаф, открой. И посмотри, сколько у тебя аналогичных вещей. Они уже есть. И когда весь прогрессивный мир старается чинить, переделывать, чинить технику, разделять мусор, использовать старые вещи в новом формате. Помните, как в Советском Союзе перелисовывали пальто? Но это было из экономии. Люди, которые обладают так называемым экологическим сознанием, для них важнее. Видите, как у нас вороны кричат. Для них важнее окружить себя абсолютно ненужными вещами. Моя бабушка, родившаяся в революционные, предреволюционные годы, называла это мещанством. А сейчас это, видите, это уровень достатка. Дорогая машина, неважно, что там ее тебе ремонтировали в подворотне. Дорогие поездки, дорогие продукты. Опять же, многие скажут, а это Глафира Абрамовна, у вас зависть, или это у кого-то зависть. Ребят, ну просто надо включать мозги. Просто надо включать мозги. Для чего вот это вот происходит скупка? Вот просто буквально скупка. Шекер, пойдем здесь. Вперед. Скупка нужного, ненужного. Обратите внимание, сколько в интернете, в YouTube и на Дзене популярных видео о том, что я купила в фикс-прайс. Нужно, не нужно. Пускай пригодится. Но я куплю это обязательно. Я буду обладать. И масс-маркет очень хорошо пользуется. Хвала тем маркетологам, которые ловят волну. А теперь же еще и онлайн-покупки. Когда покупка новой вещи превратилась в необходимость, а в этакую, знаете, арт-терапию. Когда человек себя лечит рассматриванием вещиц, их под прощупыванием. Это опять же термин, или еще под прощупать, прикупить, подкупить. Когда он радуется тому, что его корзина наполняется все большими и большими продуктами. Этот период тоже прошла нулевые. Уже рассказывала об этом. Когда шопинг у нас превращается в некое терапевтическое воздействие. Человек таким образом снимает стресс. Человек таким образом пытается соответствовать абсолютно новому окружению вот в этом информационном поле. Говорить: о, Маруся купила, а я почему не купила? И я пойду куплю.
И происходит тактика подражания. Если у вас нет машины, нет квартиры, нет заграничных каких-то шмоток, то все, вы выпадаете из общества. Вы уже не такой, как все. Вот как у Шнурова. Ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Хорошо это или плохо, решать каждому индивидууму. Потому что здесь ответов нет. До тех пор, пока, например, ту же Елену Юрьевну устраивает ситуация с накоплением вещей, то, наверное, ей это необходимо. Но на самом деле человеку не так много надо. Перед каждым сезоном новым любая женщина открывает гардероб, и мне нечего надеть. На самом деле каждую из нас залежи этой одежды. Кто-то правильно делает, что там отдает в ресайклинг, отдает другим, обменивается. А кто-то наоборот все больше и больше скупает, пользуется уловками масс-маркетов, пользуется скидками для того, чтобы продать залежалый товар. Вот та самая жуткая кофточка. Я не знаю, она в нулевых, наверное, лежала. Фиолетовая, как мочалка. Поэтому думайте, прежде чем последовать слепо тем, кто занимается вещизмом и превращается в вещи на тебе, а не вещи в себе. Я помню времена, когда одежду уважающие себя дамы заказывали на заказ, шили ее у портних. И многие до сих пор это делают, правильно делают. Потому что, наверное, важна ваша индивидуальность, а не ваши какие-то предпочтения в одежде, можно сказать, массовый, вот тот самый масс-маркет. Вот так. Пишите, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. С вами была Глафира Абрамовна. У нас довольно-таки холодно. Сейчас мы сделаем еще один кружок и, наверное, пойдем пить кофе. Всем пока!